Привет! На днях ко мне приехала очередная новинка от Bezos. Это еще одна универсальная зарядка на GaN-транзисторах. Я уже делал несколько видеороликов про данную технологию и могу сказать, что плюсов у нее действительно очень много. Такие блоки питания меньше греются, они более компактные, но при всем при этом могут выдавать очень приличную мощность. Вообще, популярность подобные гаджеты начали обретать после того, как крупные производители электроники перестали класть в комплект своим смартфонам зарядки. В результате появился новый бурно развивающийся сегмент рынка альтернативных зарядных устройств. Его сразу же оккупировали китайские компании, и сейчас они выпускают какое-то невообразимое количество девайсов на любой вкус и кошелек. Сегодня мы поговорим о самом маленьком и легком универсальном блоке питания из тех, что попадали ко мне на тест. Это Bezos Ultra Slim Fast Charger. Компактная GaN-зарядка на 65 Вт, которую можно везде носить с собой. Главная особенность устройства заключается в размерах. Толщина корпуса у него менее 20 мм, а вес всего 100 грамм. Зарядник легко помещается в карман рубашки или штанов. Его легко брать с собой в поездки, путешествия, на работу, ну и вообще куда угодно. Несмотря на компактные размеры, мощность у него 65 Вт. Этого должно хватить, чтобы одновременно заряжать сразу два девайса, например, смартфон и ультрабук. Я такой штуковиной постоянно заряжаю Nintendo Switch, чтобы не таскать с собой громоздкий и неудобный родной блок питания. Итак, начнем обзор, как обычно, с комплекта поставки. Он здесь весьма неплох. В коробке с зарядником лежит качественный провод, рассчитанный на 100 Вт, переходник на европейскую и американскую вилки, инструкция и вот такой забавный набор наклеек. Их можно приклеить на ноутбук или системный блок, если, конечно, у вас есть такая привычка. Как мы видим, провод в коробку положили с заделом на будущее. Он рассчитан на 100 Вт, так что если со временем вы купите более мощное зарядное устройство, его можно будет без проблем использовать. За это ребят из Bezos могу только похвалить. Провод штука действительно очень нужная. Сам зарядник получился размером с визитницу. Это, пожалуй, самый маленький ганблок питания из тех, что приезжали ко мне на обзор. Вилка у него складывается в корпус, и с одной стороны это очень удачное решение, которое значительно экономит место. Но при этом вилка здесь не европейская, поэтому вам все равно придется брать с собой переходник. Он, к слову, имеет специфическое крепление на защелках, поэтому его лучше не терять. Сторонние переходники к этому зарядному устройству подключить не получится. Портов у гаджета всего два. Это Type-C и стандартный полноразмерный USB. При одновременном подключении двух потребителей первый может выдавать 45 Вт, а второй только 20. Если подключить только один девайс к Type-C, вы сможете рассчитывать на максимальную мощность в 65 Вт. Разумеется, есть и поддержка протокола Power Delivery, поэтому заряжать такой штуковиной вы сможете абсолютно любые гаджеты, и это будет безопасно. Я его использую для планшета, смартфона и свеча. Иногда также заряжаю свои Bluetooth наушники. К скорости особых претензий нет. Мой OnePlus 10 Pro заряжается примерно за 1 час и 20 минут. Если у вас смартфон Samsung, скорость будет повыше. Например, производитель заявляет, что новый Galaxy S22 Ultra за 30 минут набирает 73% заряда. А вот iPhone 14 заряжается примерно с той же скоростью, что и мой OnePlus, за 30 минут на 50%. Еще из интересных фишек могу отметить светодиодный индикатор заряда. Когда вы подключаете к блоку питания какой-то из девайсов, он загорается синим цветом. После завершения зарядки его цвет меняется на зеленый. Штука удобная, на нее вполне можно ориентироваться. Небольшой нагрев корпуса есть, но в таком компактном корпусе его просто не может не быть. Я бы не назвал его значительным, зарядник просто становится немного теплым, и это, в общем-то, допустимо, учитывая его габариты. Качество исполнения штука субъективная, и тем не менее сборка и материалы тут находятся на очень хорошем уровне. На мой взгляд, этот зарядник собран лучше, чем многие фирменные блоки питания. Ну и плюс его Г-образная форма смотрится намного эстетичнее, чем обычные громоздкие зарядники, торчащие из розеток. Понятно, что для мощных игровых ноутбуков такого блока питания точно будет недостаточно, максимум, что можно к нему подключить, это MacBook Air или какую-нибудь альтернативу на Windows, но в целом, учитывая размеры и цену, зарядное устройство получилось достойным. Для свеча, планшета и смартфона это отличный вариант, который можно везде носить с собой. Ссылку на гаджет я оставлю в описании, если интересно, можете перейти и почитать о нем подробнее. Ну а на этом мы, пожалуй, закончим. Напоминаю, что вы смотрели geekinside.ru. До встречи в следующих видео.